Праздник для всей семьи – таков девиз этого мероприятия. Активное участие в нем приняли даже малыши, самому старшему из которых чуть больше года. Для них был организован забег в ползунках. В нем соревновались 5 команд со всего Ленинского городского округа. Естественно, всем участникам вручили медали и дипломы, а победителям – ценные подарки. И, судя по всему, больше всего удовольствия от забега получили не спортсмены, а родители. Мы участвовали в забеге в ползунках и выиграли второе место, заняли второе место. Ну а как-то готовились? Ну как, конечно, у нас есть 2 сестры старшие, которые постоянно ее гоняют, чтобы тренировка была, чтобы ноги накачаны. Дождь попытался внести свои коррективы в проведение праздника, но на этот случай многие запаслись зонтами. К тому же нанесение аквагрима и традиционные мастер-классы проходили под навесом, чем и воспользовались многие зрители. Главнее всего погода в доме. Я желаю вам хранить очаг в ваших семьях. Это самое главное. Традиционно любой желающий мог угоститься сладкой ватой и квасом, причем совершенно бесплатно. Также на площади были размещены тематические фотозоны, где посетители могли получить фотографии на магнитах на память о празднике. Настроение дождь не повлиял, потому что праздник есть праздник, настроение всегда на празднике хорошее, тем более, когда поют наши талантливые и участники творческих коллективов, и преподаватели, когда работают с нашими детьми наши педагоги, настроение всегда хорошее. Максим Козлов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.